Samsung готовит свой вариант пугающей технологии под названием Neural Game Booster. Компания Huawei в прошлом году дала сразу несколько толчков в отрасли. Можно вспомнить и тройную камеру, и специальный ночной режим, и хороший зум, и технологию Baturbo. Фактически все это было подхвачено другими компаниями. Как сообщается, Samsung работает над своим ускорителем для игр. Компания запатентовала торговую марку Neural Game Booster. Судя по описанию, речь о некой технологии на основе искусственного интеллекта, которая будет заниматься оптимизацией работы устройства в играх. Проще говоря, это вариант той же Baturbo, только не обязательно в таком же виде. Подробностей пока нет, но, вероятно, новая технология дебютирует в смартфонах Galaxy S10, которая представит уже 20 февраля.